Всем хай, с вами вновь Ген, и это Террария. Да. Кто помнит, давным-давно... О, у меня даже сохраняния какие-то остались. Давным-давно у меня на канале был, короче, видос. Я это... не знал, кем я буду, и за меня решала Террария. Вот. Это вот продолжение, только полностью заново. Да, поэтому... Сейчас я делаю себе персонажа, и мы начинаем заново. Ладно. Вопрос, а почему мне так охрененно везет? В начале катки мне начало очень хорошо вести, и я был этому рад. Я решил построить дом и пойти в шахты. Почему я? Я вроде ничего. Батарейка. О, кристаллик! Вот, собственно, и была кнопочка. О, нифига, это черный слизь. Был бы черный, он работал. Что, вот это вот и сиди там. Тут в шахтах не встретила смерть. Ну а почему? Вот моя первая смерть. Неплохо я так продержался. Пофармил. Решил пойти в зимний биом, но там меня встретил периодичный сриступ. Аккуратно. А? А чё? А почему? А что там было? Чё я бахнул? О, меч, классно. Тут, ё-моё, 4 золота, нет! Летел на острова в поисках чего-то полезного. Хотел крылья птенцы. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ладно, обследовал я 2 острова. Теперь можно пойти направо. Полезно. Прошло время резкого рофла. Мне куда-то пахнет. Я буду рофлить. Не смешно. Решил сразиться с глазом Ктулху, чтобы получилось вы увидите. Хватило, охренеть, я убил глаз Ктулху. Ничего себе, лютый. Офигеть. Вот, все, щит Ктулху, теперь передвигаться будет удобнее. Правда, у меня до сих пор нету Ктулхуных тапочков. Вот чёрта. Игра издевается надо мной. Да, дебилюс, просрал зелье, просрал 16 золота. Откуда они у меня вообще, кстати? Нашел рыбака, он мне дал квест, я выполнил. Ракушку, что нашел в сундуке под океаном. Решил дать по жопе мозгу Ктулху, но мозг Ктулху дал мне по жопе. А дома меня еще ждала... А почему я резко услышал звук того, как будто кто-то бежит? Убийщик, 20 гоблинов. Ой.
наконец. Нашел гоблина-инженера, купил тапки, нашел сердце. Играть стало легче, но сапог Гермеса до сих пор не было. Пролег, чел. Нет, нет, нет! Только не пираньи... Перчатка. Она пригодится. Просто зол. Ну, да. Закосплеил Билли Бонса. Нашел последнее сердце. А там... Я нет, обязательно выживу. Я выжил. Нашел куклу Вуду. Решил пофармить глаз кучу, потому что чубы нет. Вот этот я возьму, это прикольно. О! Да наконец-то! Ура! Тапочки! Я нашел тапочки! Ура! Все, идут наконец-то, наконец-то делаю себе тапочки. Как делать тапочки круче, я не знаю, но у меня есть тапочки. Я теперь наконец-то быстрый. Как же я об этом мечтал. Главный хозяин. И я твой хозяин, мужик. Фигна. Решил отомстить мозгу Ктулху за тот XT, который он со мной сделал. Что получилось, вы увидите. Ой, блин! Дайте мне агрессивную стройную рыбу. Началась кровавая луна, решил порыбачить. Получилось лень. Решил построить для бомжей домик в подземелье. Ну, вроде бы сойдет. Ну, что-то пошло не так, и целое мгновение не улучшилось, потому что подрыв должен привык. Пошел хитарить нейтрона. Не уйди в жопу! Сваливаю! Это было напряжно. Смотрю, он летит за мной. Да. И мне подумал то, что с помощью метеорита будет легче убить, поскольку в метеоритном сейфе есть классная особенность с пушкой. Домой, и... Но я убил все равно слизня. И он был настолько никчемный, что даже показывать незачем. Вызвал, значит, проклятие и начал драться. Использовал все равно мини-акулу. Давай, на таран, кто кого? Еее, вот так. О, маска скелетрона. Теперь бегу, не убежал.
решил убить королеву пчел, да. Сказал Евген. Иди в жопу, парировала королева пчел. Да, вот он. Шишки у нас, опа. Кстати, вот это вот хорошо. Забодал пчелу и пошел в арену. А? Я сам себя кинул. Я вас понял. Потом он спрыгнул за мной. Благо вот из платформ сюда берется. По одному. Построил корабль на берегу, чтобы заселились туда. Рыбак и пират. Не заселился оружейник. Кого? Опа-на. Это что за фигня? Ладно. Обновление выкатили. Интересно, что еще обновили? Что? Это еще что? Это такое? Я могу делать билды. Да не, это слишком люто. Чёрт! Пули теперь больше 99 штук могут собираться. Это Погодите, стоп. Вот, грязь, 999, да? Вот, у меня же эти есть точно. Они увеличили максимальное количество стака, что? О, мурома. Они обновили модельку мурамасы. Она теперь выглядит как, блин, меч Сэма. Я забыл, как он называется. Охренеба. Предустановление жизни. Хм, забавно. Дай стены делай. У меня нет стен. Да ёп. Это маленькое милое усатое создание в шапочке. Откуда оно тут? Умер! 60 хп! 60 хп! Пошел фигарить на плоти, а вторая попытка оказалась... А за чего я умер? Пиявка. Обзмезели обсидиановую кожу, это обидно. Дебил! Ой, я так долго бежал, теперь опять бежать. Нахрена я это зелевая? Нафига я это вообще поставил? Еще во время боя телепортнуть обратно и умру.
Да! Наконец-то! На волю выпущены древние духи света и тьмы. И кем я буду? Опа-на!